всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня выбрались немножечко погулять по лесу. Находится он рядом с районом Панорама, называется Ферми. Мы один раз уже здесь были, решили приехать еще раз, потому что очень понравилось. Здесь есть интересные озера, есть место для пикника, есть футбольное поле. Ну, в общем, сегодня мы все вам покажем, расскажем. Вот. Мы в прошлом видео Ферми, если хотите, можете посмотреть на YouTube-канале, заходили с одной стороны, а сейчас мы приехали совсем с другой стороны. Здесь мы не были, и для нас это тоже будет очень интересно. Так что, друзья, приятного просмотра. Мы в Греции и полетели. Так, заехали мы. Здесь такой вот маленький мостик есть. Решили остановиться именно здесь, потому что хорошее расположение для начала путешествия нашего. Есть футбольное поле. Вот, познакомился я тут с дедушкой. У него тоже Volkswagen, немножко поговорили. Греки вообще очень общительные люди. Вот. Ну и будем мы двигаться вот в ту сторону. И будем смотреть, что там есть. Ξέρεις, Ξέρεις. Ναι, ξέρει. Δικιά στη γλώσσα, ξέρει. Βέβαια. Πρώτο γλώσσα έμαθα ρώσικα. Ρώσικα, ναι. Και μετά πάει σχολείο, μαθαίνει ελληνικά. Εδώ. Ναι. Από 4 μηνών εδώ είναι στην Ελλάδα. Συγγνώμη, αυτό τι είναι? Αυτό είναι ρούχα για ομάδα, ποιος παίζει εδώ, στο φούτμπο. Είναι μαχοί μεγάλοι, γέροι που λέμε. Αχα. Έχουν και κάνουν εδώ, παίζουν μπάλα. Προπόνησικα. Γήπεδο λέει βετεράνων. Βετεράνων, αχα. Δήμος Θέρμης, ναι. Ωραία, όμορφη είναι. Ναι, έκανε ο Δήμαρχος, έκανε πολλά πράγματα εδώ. Ναι. Συνέχεια ο ίδιος Δήμαρχος. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος. Είναι ποντιακό στοιχείο. Μπράβο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, το ξέρω, ναι. Ποντιακό στοιχείο. Ναι, ναι. Σε όποιο χωριό υπάρχει πόντιος, να ξέρεις υπάρχει πρόοδος. Η δική μας Εράστα δεν είναι πρόοδο. Δεν υπάρχει πρόοδο. Μα... Είμαι ντόπιος από εδώ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλο. Εδώ γέρασα δηλαδή. Ναι. Ναι. Εδώ είναι πολλούς ποντίους. Το μισό χωριό είναι πόντιο. Πόντιο. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό το χωριό είναι πολύ ωραίο. Είναι. Στην αγορά πήγατε κάτω. Ακόμα όχι. Ακόμα δεν βρήκαμε. Χαμός γίνεται. Ναι. Σήμερα έχει αγορά. Έχει. Ναι. Να κατεβαίνω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Οκ. Значит, площадка и вот эти вот вещи, которые сушились, это команды, которые здесь играют в футбол. Вот. Клуб называется «Ветеран», я так понял. Вы извините за перевод. Вот. Ну и сказал, что это все делает, сделал для них Кратус. Это как сказать по-русски? Блин, забыл. Как мэр. Мэр вот этого участка. Вот. А мы уже вот заходим внутрь. Блин, я просто поражаюсь. Море, морем, но вот лес для меня это что-то нечто. Только что проходили, тут такая белка здоровая. Вот хвост ее видно. Было бы солнечно. Сейчас я поднимусь. Нико, не иди за мной. Тут. Вон, вон, смотри, она прямо на нас смотрит. Сейчас я на камере. Такая красивая. Блин, сильно темно. Белка прям сидит на меня, смотрит. Она черная с белой грудкой. Класс. Села и смотрит на нас. Красивая, крупненькая. Видно, есть чем полакомиться, поэтому растут они такие большие. Ну, уже первая находка в лесу радует. Ксюх, как тебе воздух после города? Супер, отличается. Огонь. Ну что ж, продолжаем дальше гулять по парку. Уже проголодался. Короче, мы идем дальше. Вот, нам сказали, что там есть работающая кафетерия, детская площадка.
будем продвигаться туда. Друзья, это все для новых подписчиков, потому что старые, кто за мной следит, вы уже этот парк видели с одной стороны, вот, а с другой стороны нет. И поэтому и для новых, можно сказать, и для старых подписчиков, потому что это будет другой вид. Интересные тут есть вещи. Ой, вид какой открывается. Сейчас сниму вам все. Не передает камера, потому что у нас пасмурно. Сейчас попытаюсь. Давай, снимай. Опять же, удивляет чистота парка. Ну вот хочется найти что-то, придраться, да? Но нет. Все чисто, красиво. Лес, как я соскучился. Оливки такие красивые уже. Поспевшие. Птички чирикают. Семья в сборе. Ну что ж, загрузили меня. Видите, что получается? Говорю, оставляйте вещи в машине. Нет, нет, нет. И как вот так вот теперь гулять? Кстати, погода вот, когда прогулялся, уже такой жарко становится. Новые ощущения. Мы сейчас, кстати, услышали лебедей, потому что здесь парк у нас получается. Мы сейчас пойдем. Водой пахнет. Фу, мне воняет. Кто-то плавал там. Сейчас пойдем поснимаем тоже водичку, посмотрим. Друзья, это столько эмоций получается. Я не знаю, сейчас кто-то скажет, ты какой-то может быть странный. Может быть, да, но мне очень нравится природа. И выезжать, любоваться, смотреть на это все. Почему нет? Потому что, общаясь с многими греками, я говорю, вы были на Олимпусе? Вы были в старой церкви Дионисиоса? Есть очень прекрасная там церковь, старая. Но в нее надо идти пешком на часа, ну час точно, вот такими ущельями. Нет, говорит, не было. Где это? Та, потом, говорит, съездю. А я уже много чего повидал. Смотрите. Вау. Класс, да? Это все глинина, и оно разрушается. Засвет идет. Ну, интересно. Ксюх? Значит, мы прошлись вот оттуда. И вот мы сделали круг. Друзья, пойдемте спустимся вниз, сейчас посмотрим, что там. Потому что в прошлый раз мы здесь были, вот, воды было побольше, и она все стекала. Сейчас пойдем посмотрим. Мы это сделали. Заметно или нет, мы когда подошли к воде, сын начал тут играться, палочки кидать, и черепахи повылазили, прям головы. Сейчас попробую. У нас есть хлеб, давайте на это покормим. Вон они, три черепа, вот головы вылазят. Вон одна, вон большая, смотрите. Смотрите сколько. Мы начали подкармливать и начали черепа. Давай поближе их, Ксюш. Поближе, поближе, пожалуйста. Смотри, какие они огромные. Прям гиганты здесь какие-то. Давай, давай, давай. Никас, не пугай, Никас, не пугай. Они на орех. Не пугай, не пугай. Смотри, какие большие, красивые. Смотри, он прям сюда подходит. А ну, кинь, 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 кинь. Смотри, какие огромные. Гиганты прям. Вот один подплыл вообще рядом.
Очень много они так повылазили, интересно. А вон кушает хлебушек. Супер. Держи, держи. Не шевелись, Никас. Ой, аж страшно. Смотри, взял с руку Никаса. Тихо, тихо, не пугай его. Он кусается, Николи. Самый голодный. Ой, черепаха! Браво, Нико! Продолжается кормление черепах. Очень удивительно. Они такие ощущения, как будто ручные эти черепахи. Вот, сын в восторге. Они прям повылазили. Вот, и кушают с рук. Ой, ты мой сладенький! Чего ты забоялся? Дай ему, он не видит, тот кусок. Вот так он, парк. Ребенок просто в восторге. Не хочет уходить. Смотри, они повылазили по очереди, вылазят и кушают. Ну дай, дай, Нико, не бойся. Проходим немножечко дальше. Здесь присутствует детская площадка. Ну и по идее должно быть кафетерия. Пойдем посмотрим. Тюша собак боится, поэтому закрывает за собой двери. Ну как, нету там защелки? Вот такой вот имеется парк. А, да, в прошлый раз не работала она. Наконец-то починили. И вон кафетешечка. Кафетешечка. Кафешка. Пойдем сейчас посмотрим. Слушай, а там дальше вон еще есть. И там пирсы сделанные. Спустимся, да, посмотрим. Сейчас поставлю аппаратуру на зарядку. И пройдемся дальше вот этим местом. Что, пошли? Сидеть? Так, вот здесь что-то открыто, барбекю, кофе. Ух ты, интересно. Бар, фагито. Ну, мы будем по кофе. И вид красивый. Обслуживание, конечно, да. Мы стоим уже минут 5, никого нету. А хотя они там сидят внутри. Что скажешь? Вот так вот разочаровывают туристов. Натуральный сок 3 евро. Певико Химо детский сок 1,5. Вода 50 копеек. Узо даже есть 200 грамм 6 евро. Представляешь, хот-дог 2,50. Мясо 2 евро, салаты 2,50, просто хлебушек 50 копеек и салаты 2,50. Ну нормально, что такие цены. А кофе не пишут почем. Не шокирующий. Сейчас возьмем, да, кофе и скажем вам. Ага. Не прошло и полгода. Пришел работник, сделал нам кофе. Вот. Скажу вам, работает каждый день до вечера. И внутри, да, я пошел в туалет, там очень красивое такое застекленное это место. Вот, я там не снимал, но довольно неплохо. Сейчас вид, да, такой? Видно? Ну, вон фонтан. Я не снимал, это жалко. Ксюха попила кофе и облилась кофе. А знаете почему? Потому что стаканчик дали мне, смотрите какой, лопнувший. И все потекло прямо на меня. Ну... Какой работник, такие стаканчики. И такое бывает, да. Кстати, что-то я посидел немножко замерз тут в лесу. Вот. У нас же новые правила уже вводятся. Сейчас с часу ночи до 6 утра нельзя уже ходить, да. Салоники в красной зоне и халкидики по ковиду, как вы понимаете. Вот, и уже везде вот стоят, сейчас я вам покажу. Везде уже вот стоят такие таблички, чтобы столы... Не тревожить, то есть не двигать. Уже метры ограничения, то есть ставят. Вот такого плана. Начинается, друзья, начинается по чуть-чуть. Сегодня черепах накормил. Вот девочку нашел. Такую красивую. Она мне хочет пальцы отгрызть. Укусила его. Что ж, спускаемся. Мы попили кофе. Сын расстроился. Хотели забрать
кошечку, эту девочку. Но, к сожалению, девочка наелась. Вот. И убежала. Жалко, а такая хорошая. Ну, уже идем дальше по парку. Здесь мы уже были однажды. Там есть новый пирс сделанный. Мы хотим туда подойти. Вон стоит. И тоже посмотреть, что так. Красивый остров такой. Вон гейзер бьет. Немножечко солнца пробивается. Вообще красавчик. Говорит, черепах нельзя домой. Кошка убежала. Говорит, давай хоть утку возьмем домой. Говорит, хоть кого-нибудь. Цирк, конечно. Жалко, а кошечка была красивая. Но, к сожалению, дикие, когда они уже в возрасте и выросли на природе, очень тяжело забрать домой. Она как бы покушала, да, все, к рукам привыкла. Но, когда почувствовала опасность, что ее начинают забирать, она просто испугалась и убежала. Мы тут по лесу бегали за ней, колбасой ее привлекали, а, к сожалению, колбасы уже она набила брюхо. Ну, ничего, значит, не наш. Так, вот этот новый пирс. И снова посмотрите. Посмотрите, сколько черепах. Это все черепахи. Огромные черепахи. Давай, сына, корми. Пойдем чуть поближе. Давайте спустимся. А вон тоже она какая огромная. Смотри с этой стороны, сколько их плавает. Черепашки-ниндзя. Черепашки-ниндзя, да. Слушай, они очень большие они. Их очень много. Вон вообще, смотри, на ветку залезла. Блин, я в шоке просто. Вот если на них посмотреть. Сейчас попробую приблизить, чтобы качество. Они, вот смотри, она больше, чем голова моя. Смотри, какие огромные. Ты заметил, у них красные эти полоски на головах? Да, безумно красиво. Одни головы. Место удивительное. Вот так мы проводим время, гуляем. Друг на друга, вот так сетку кинуть и словить. Ого, вы там их насобирали сколько. Так, у нас сегодня черепаший день. Кушает. А можно взять доску? Ну ты чуть-чуть дальше можешь отойти, чтобы он подошел к тебе. Надо кирпичи. Не надо, не надо, давай ему с руки. Давай, 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 давай. Он тоже боится. Ну, давай, дай с руки, дай с руки. А что я? Ну а кто? Давай, суй, я... Цапнет. Пап, цапнет. Боится, видишь, сам. Опа, молодец. Красавчик. Первая черепашка моя, которую я покормил, собственно. Да? Но он не больно укусать. А до крови может? Нет. Да, я точно не боюсь. Я точно не боюсь, когда она с ним боится. Молодец. Да че ты такая еще? Всем дали по сумке. Никаса, значит, сумка. Пусть он несет ее, да? Да. Хочет водички? Привыкай, сынок. Кривляется там. Здесь вот была церковь, она и есть. Она была закрыта, я не знаю, сейчас в данный момент тоже, наверное, закрыта. Вон она стоит. Кто-то построил. Красиво. Вообще, природа меня просто зовет.
И сразу же заходим. Заходим опять в такую детскую площадку. А по-моему, здесь нету прохода, чтобы по кругу пройти. Нам придется возвращаться той же дорогой, которой мы шли. Сейчас мы это узнаем. Да, там забор и закрыто. Ну, зато прогулку с вами сделали неплохую. Надеюсь, вам было интересно со мной посмотреть на это все. Как Греция живет именно сегодня. Да, там нету входа. Вот. Такие у нас виды открываются. Конечно, не солнечно, что-то с погодой вообще непонятно. Турнички, молодой человек приехал или пришел. Присутствуют две собаки. Они так спрятались, там спят. Вон они, белые. Отдыхают. Гуляем лесом. Прекрасное ощущение. Друзья, выбирайтесь. В каждом видео говорю, выбирайтесь. Смотрите, любуйтесь. Вот ореховые деревья нашел, Ксюш. Как у нас орехи растут. Вот здесь роща есть. И маслины тоже. Растут очень много разных видов, крупные, мелкие. Ну что ж, подходим мы, вот такой вот круг сделали. Вернулись мы в ту точку, откуда начиналось видео. Поедем сейчас на панораму, заедем. Может быть, что-то вам там покажем еще. Шум осени.